Здравствуйте. Вы набрали код 812. 22 октября 1858 года императором Александром II был утвержден устав Общества Санкт-Петербургских водопроводов. Задачами общества были определены доставление жителям Санкт-Петербурга средств пользоваться во всякое время свежую и чистую водою посредством особого гидротехнического устройства. Первые примитивные водопроводы появились в столице империи еще в 18 веке. Вода поступала к фонтанам Летнего сада, в Меньшиковский и в Мраморный дворцы. Жители же города сами носили воду из рек, каналов и колодцев. Кроме того, воду развозили и водовозы. Они наполняли большие бочки ведрами или специальными черпаками. Бочки водовозов были раскрашены в разные цвета. Белые для питьевой воды, которую брали в Неве, а зеленые и желтые для воды, которую использовали в хозяйственных целях. Ее набирали в фонтанки, мойки и других небольших реках и каналах. В середине 19 века в Петербурге действовали 37 водокачек. Это были деревянные и каменные будки, оборудованные ручными насосами. Привозная вода была платной. При этом для того, чтобы качать воду из Невы, впервые использовалась паровая машина. Она находилась в здании водокачки у наплавного Воскресенского моста, там, где сегодня проспект Чернышевского упирается в Неву. Паровой насос был примитивным, поэтому водой можно было снабдить только ближайшие улицы. Первый водопровод быстро стал убыточным предприятием и прекратил свое существование. После 1858 года Общество петербургских водопроводов строит на Шпалерной улице главную водонапорную башню и насосную станцию. Здесь установили уже более современные паровые насосы, которые из Невы качали воду в огромный резервуар, которая, в свою очередь, самотеком растекалась по магистральным трубам. Однако из-за того, что трубы проложили неглубоко, первые же морозы вывели водопровод из строя. Пришлось заниматься его усовершенствованием. И в полную силу водопровод заработал только через 3 года, в сентябре 1866 года. В 2003 году в первой водонапорной башне был открыт музей «Мир воды Санкт-Петербурга». Тогда же перед ним был установлен памятник петербургскому водовозу.